Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Причем в большинстве случаев сообщения о ДТП поступали не с места аварии, а от сотрудников клинической больницы номер 50. 2 происшествия случились на проспекте Октябрьском. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину. После чего он посадил пешехода опять в свою машину, доставил в приемный покой. И в приемном покое ей поставили диагноз в виде ушибов конечностей. После осмотра врачом она была отпущена домой. Водитель решил в первую очередь убедиться, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. Поэтому в ГИБДД о случившемся сообщил не он, а сотрудники приемного покоя. Стражи дорог решили, что автомобилист действовал согласно установленным правилам. И водитель, опять же, все правильно, в принципе, сделал. И здесь не будет ни нарушений, потому что из приемного покоя сразу нам позвонили, он еще был в приемном покое. Спустя 2,5 часа в том же месте сбили еще одного пешехода. Врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение и перелом шейки бедра. В другой части старого района на минувшей неделе тоже пострадал пешеход. Водитель сам привез бабушку в приемный покой. Но тогда медики решили, что здоровью саровчанки ничего не угрожает, и отпустили ее домой. И только вечером при повторном обращении врачи зафиксировали у пенсионерки перелом тазовой кости и госпитализировали ее в отделение. По данному случаю водителю выписан штраф за невыполнение обязанностей при ДТП. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.